Здравствуйте, друзья! Если вы хотите, чтобы Яман снова пел для Сехер, а также если вы не хотите, чтобы Назмия писала злые сценарии, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим, кто с нами согласится. Новый соперник Ямана Азиз? Уйдет ли Сехер из Ямана? Вспомнит ли Сехер Ямана снова? Какой большой сюрприз в нашей серии? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Давайте сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенная». В новом эпизоде сериала «Доверенная» Сехер и Яман ждут приятные сюрпризы. Потому что в следующих сериях Сехер снова вспоминает о своей любви к Яману. Таким образом, любовь Ямана и Сехер начинается снова. Яман очень счастлив, когда Сехер вспоминает. Кроме того, на какое-то время появилось больше любовных сцен. Ребенок венчает любовь Ямана и Сехер. Потому что когда к Сехер возвращается память, Яман встречается с Сехер. В результате этого союза Сехер беременеет. Сехер нужно время, чтобы забеременеть. Но в конце концов происходит великое чудо. Таким образом Сехер беременеет. Хотя Сехер сначала не понимает, что беременна, позже Сехер узнает правду. Прежде чем Сехер скажет Яману, что беременна, она хочет проверить Ямана, потому что Сехер начинает думать, что Яман не хочет ребенка. Но когда Яман узнает, что Сехер беременна, весь мир принадлежит Яману. Юсуф взлетает в воздух от радости. Таким образом, в нашем сериале можно увидеть больше красивых сцен. Но есть и те, кто хотел бы увидеть это счастье для Сехер и Ямана. Азиз первый из этих людей. Потому что Зухаль вообще не будет в сериале. Зухаль ждет великий конец. Зухальп снова причиняет зло Сехер. Но даже если Сехер сталкивается лицом к лицу со смертью, она не умирает и выживает. Зухаль наконец приносит свой конец. Зухаль убивает себя. Или Зухаль останется в тюрьме до конца жизни. Но на этот раз Азиз увековечит все зло. Яман должен быть осторожен с Азизом. Потому что в следующих эпизодах Азиз станет соперником Ямана и влюбится в Сехер. Сехер и Яман снова на грани разрыва. Если раньше Сехер сражался за Ямана, то теперь Яман будет сражаться за Сехер. Вот почему Яману нужно быть очень осторожным. В противном случае Яман может потерять Сехер из-за Азиза. Но несмотря ни на что, никто не может сломить любовь Сехер и Ямана. В конце концов Сехер и Яман оказываются вместе. Но если зло нашего сценариста продолжит доминировать, Сехер может пострадать. Яман также хочет покончить с собой со смертью Сехер. Но благодаря Чонгеру Яман преодолевает эту трудность. Как вы думаете, сможет ли Азиз заполучить Сехер? Буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, чтобы увидеть больше видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, включать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.